В длинных очередях на экзамен по вождению повинны сами кандидаты на получение водительского удостоверения. Как нам поведали в агентстве госуслуг, зачастую они не приходят в назначенный день, а поэтому процесс растягивается, образуются те самые очереди и увеличивается время ожидания дня X. Сами кандидаты нам признали, что приходится ждать несколько недель, а то и больше месяца, прежде чем им выпадет возможность проверить свои знания на практике. В агентстве государственных услуг нам поведали, что некоторые кандидаты на получение водительских прав просто не приходят в день экзамена. Записываются на экзамен, но по различным причинам не являются. Около 20-40 человек каждый день. Было даже так, что почти 40% не пришли. Это сказывается на длительном ожидании очереди. Однако всего несколько дней назад время ожидания заветного дня немного сократилось. Если еще две недели назад или даже неделю время ожидания составляло 45-46 дней, то сейчас освободилась запись на 15 марта, то есть через 35 дней. А вот кандидатам придется запастись недюжинным терпением, чтобы дождаться хотя бы одной попытки. Многие уверены в своих силах и уже мечтают скорее сесть за руль. Первый раз я записался на предыдущей версии сайта, но платформу для записи сменили. Новое лучше и удобнее в использовании. Пришлось подождать месяц и 3 дня до экзамена. Да, сигур. Вы будете приходить на все экзамены? Конечно, это последний. Я на последних 100 метрах. Зарегистрировался онлайн, прошло где-то месяц-полтора. Ранее в нашем телеэфире руководитель агентства государственных услуг подтвердил, что многие из претендентов, несмотря на наличие записи, просто не приходят в день экзамена. При этом в самом учреждении удалось увеличить поток кандидатов, желающих сдать на права. Мы уволили почти 20 человек, но удалось нанять всего 5 честных работников. Вы же понимаете, что эти очереди сформировались в том числе из-за того, что экзаменаторы все направляют на пересдачу по 10 раз. Но даже в этих условиях нам удалось практически удвоить наши способности в столице. А из тех, кто записывается, только 60% приходят в день экзамена. В 2020 году водительские удостоверения получили порядка 7700 граждан.